Кассы Центра обслуживания клиентов «Газпром Энергосбыт Тюмень» с 15 апреля возобновили свою работу. Клиенты могут произвести платежи за потребленную электроэнергию. Однако специалисты будут работать по особому графику ежедневно, кроме выходных, с 8 до 18 часов с тремя перерывами, в течение которых помещение Центра обслуживания клиентов будет закрываться на проветривание и тщательную санитарную обработку мест общего пользования. Напомним, что произвести оплату, передать показания приборов учета, обратиться к специалистам за консультацией можно, не выходя из дома, выбрав наиболее удобный из способов в разделе «Интерактивные сервисы» на официальном сайте «Энергосбыта».